Весь мир сегодня следит за событиями, происходящими на территории Украины. Мнения неоднозначны. В то время как наши военнослужащие Министерства обороны России, бойцы спецподразделения и народная милиция ЛДНР самоотверженно очищают землю Украины от нацизма и крайнего милитаризма, у некоторых так называемых соотечественников в кавычках хватает совести сомневаться в правом деле нашей страны. Но их слова тонут на фоне всеобщей моральной поддержки россиян, не остались в стороне и жители нашей республики. Каждый день проводятся акции в поддержку наших ребят. Сегодня свое слово сказали ветераны спецподразделения и боевого сообщества республики. Уважаемые военнослужащие вооруженных сил России, бойцы Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи специальной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, от имени ветерана спецподразделения боевого братства, участников афганско-чеченских войн, выражаем вам поддержку выполнения вами миссии по искоренению коричневой чумы в братской нам, по сути, Украине. Мы верим в ваш профессионализм, стойкость и отвагу. Мы верим, что Россия, как всегда, достойно справится со всеми напастями и санкциями, наложенными западными странами, говорят воины-ветераны, а армия, флот, ВКС и народная милиция выполнят все поставленные перед ними задачи. Работайте, братья! Сайгын Бирбил, Владимир Сюртук, Ангыр Оржак, Тува-24.